Вы видели их лица? Татьяна Навка и Алексей Воробьев. Можно поверить, что им бывает сложно. Мюзикл «Чикаго». Five, six, seven, eight. Что она там говорила, Навка, перед танцем в образе? Да она королева в любом образе. Она блистательная. И, наконец-то, она получила блистательного партнера под стать. Ведь Леша для меня совершенно человек-открытие. Человек, которому одинаково хорошо удается все. Да, поэтому... Он абсолютно не закрепощенный. И он, как правильно сказать, он живет. Он живет на льду, на танцполе. Потрясающий дуэт и очень точно выбранный номер. Беспроигрышный, абсолютно на ура. А платье какое? Вообще весь этот номер продуман от начала и до конца. И создает уникальное впечатление. Вот для меня их оценки никакого сомнения не вызывают. 6-0. Абсолютно 6-0.